Роспотребнадзор Приморья усилил радиационный контроль за рыбной продукцией из Японии. Такое решение было принято после сообщения о намерении Токио начать сбрасывать в океан радиоактивную воду САЭС «Фукусима-1». Под контролем рыбы морепродукты с повышенным содержанием радионуклидов. Ведомство ограничит ввоз, а также торговый оборот подобной продукции. Направлено на анализ 22 пробы рыбной продукции. Проведены исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образцы соответствуют обязательным требованиям. Мониторинг проводит аккредитованные лаборатории Приморского края.